Да, на самом деле очень много люблю литературы. Последнее время читаю больше философию, психологию и такие различные экзотерические вещи. Я думаю, что ничем не удивлю в этом плане. А из последнего то, что современная, скажем так, литература, это 50 оттенков серого, наверное. Кстати, не так давно был фильм. Ждем следующую часть. Очень люблю классику перечитывать. Достоевского люблю. Последнее читала. Очень понравилось, скажем так, у Пушкина различные произведения. И забыла автора, сейчас пытаюсь вспомнить. Тронула очень сильно книжка. Ладно, сейчас вспомню, скажу. Пауло Коэли. Как ни странно, такая, скажем так, желтая литература, но тоже очень люблю. Из классики много старого перечитываю, когда есть время. Я еще люблю аудиокниги. И у меня в арсенале и Чехов, и Пушкин, и Достоевский, и Толстой. И у меня прям целый Ильф и Петров, «Золотой теленок» последний, то, что я читала аудиокниги. Скажем так, «Парфюмер». То, что затронуло. «Портрет Дориана Грея».